Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я хотел бы вам показать, как сделать полный сброс настроек на Lenovo Tab M10. Для начала вы должны выключить свой девайс, далее зажать кнопку включения и обе кнопки громкости одновременно. Зажимаем и ждем, пока появится логотип Lenovo. После того, как он появится, мы должны будем убрать палец с кнопки блокировки. Но кнопки громкости все же оставить зажатыми. И вот мы попадаем в Recovery меню, в котором мы должны, используя кнопки громкости, выбрать пункт Wipe Data и Factory Reset. Мы заходим в нее путем нажатия кнопки блокировки. Здесь мы должны выбрать Yes и снова же нажать кнопку блокировки, чтобы подтвердить данную операцию. Сейчас устройство должно перезагрузиться. Ну, вернее, мы должны выбрать Reboot System Now. Нажимаем кнопку блокировки. И после перезагрузки устройства все данные на вашем устройстве будут удалены, и он будет в первозданном виде, как будто вы только что его купили. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!